Привет, с вами интернет-магазин Керамис. В нашем новом обзоре мы расскажем вам о паркетной доске торговой марки Карелия. Финская компания Карелия более 100 лет занимается производством напольных покрытий из натурального дерева. Паркет и паркетная доска Карелия хорошо известны на европейском и отечественном рынке. Что неудивительно, ведь продукция этой компании отличается превосходным качеством, долговечностью и эффектным дизайном. Семья, владеющая производством, бережно хранит традиции обработки дерева, хорошо развитые в странах Скандинавии. Сырьем для производства паркетной доски Карелия служат древесина ясеня, дуба, березы и других пород, произрастающих в центральном и североевропейском регионах. Гарантия на продукцию составляет 10-15 лет. Что касается дизайна, то паркетная доска Карелия в точности воспроизводит структуру массива дерева, создавая уютную и вдохновляющую атмосферу. Каждая доска состоит из 4 слоев, которые образуют плотное и устойчивое полотно. Верхний декоративный слой выполняется из шпона натурального дерева. Общая толщина досок 14 мм. Каждое дерево по-своему уникально, поэтому в дизайне паркетной доски Карелия представлено 4 направления. Это Select, Natur, Country и Vario. Каждая серия имеет свои уникальные характеристики. Для Select используется часть древесины, которая обладает самыми изысканными цветами и текстурой. В этой коллекции используется исключительно древесина без узлов с ровными тонами. В линейке Natur четко проступает текстура древесины, а оттенки отличаются большим разнообразием. Натуральная текстура и тона этой коллекции придает полууникальный характер. Серия Country подчеркивает индивидуальность древесины, ее отличают узлы и более четкие цветовые вариации. Направление Vario – самая яркая, красочная и живая коллекция. Ее живые тона подчеркивают природные недостатки древесины. Для большинства коллекций паркетной доски Карелии используется дуб – долговечная благородная порода, которая высоко ценится во всем мире. Однако ряд серий выполнен из ясеня, березы, бука или вишни. Финишный слой дерева тонируется и покрывается лаком, при этом дереву можно придать любой оттенок – от традиционных древесно-коричневых до экзотических тонов белоснежного, насыщенного коричнево-черного и синего цветов. Также вы можете найти оригинальное решение вроде голубого, розового, персикового тонов, в которые окрашена древесина. Это позволит создать действительно неповторимый интерьер.